Приветствую, друзья. Конечно, вебинар, который у нас будет происходить в четверг 20 часов, будет исключительным. Но я сейчас вынужден сказать свою визитку для тех, кто меня не знает, чтобы обосновать, почему он будет исключительный. Но я тот самый первый парень, который выводил из шокового стресса пострадавших после терактов в Каспийске, Кизляре, Беслане. Потом учил этому психологов МЧС, военных психологов, журналистов, улетающих в горячие точки. Разрабатывал технологию для космонавтов, для моделирования состояния невесомости у космонавтов в земных условиях. Опыт у меня обширный, потому что мне уже достаточно много лет, мне 70 лет. Конечно, у меня много учеников, и метод стал уже народной песней. Части этого метода уже в учебнике для 10 классов. И вообще метод развивается по цепной реакции, по такому закону. Один другому передает и так далее. Даже дети у нас обучали своих бабушек снимать давление с помощью этого метода. Но метод не только целебный как таковой, он целебный в прямом смысле слова, то есть он оздоравливает мироощущение человека. Мы не занимаемся лечением, я всегда об этом объявляю. Я занимаюсь обучением управлению собственным состоянием, чтобы каждый человек мог подбирать себе приемы простейшие, которые снимают стресс в любое время и в любом месте. И вместе с этим, что он выходит с помощью этих приемов, путем их перебора, по принципу ключа, на самое себя, это ключ к себе. И там он не только снимает стресс, но может и раскрывать свои заторможенные доселе способности и творческие качества. И даже может использовать стресс и страх как стресс-трамплин для своих новых достижений. Я, например, рисую, я пишу книги, я тренирую олимпийских чемпионов, я много чего делаю. И я там развиваю у желающего всесторонность своего таланта, чтобы человек был такой же. Я как пример живой. Я как живой пример, который и то могу, и это могу, и это могу, и то могу. И помогаю по скайпу ежедневно. Десятки, сотни людей ко мне обращаются с разными вопросами. Я все время даю советы и помогаю, да. Ну, конечно, опыт достаточно большой, чтобы так спокойно, свободно, ясно и понятно проводить вебинар. Чтобы достучаться до понимания каждого с этим большим, очень сложным, очень мощным материалом. Если бы его взять сейчас на книги разложить, то это будет десяток томов. Да. Потому что одних кандидатов и докторов наук у меня в учениках десятки. Да, друзья мои, давайте, приходите на вебинар, я поделюсь с вами сокровенным. То, чего еще в других роликах не было, то, чего в книгах я еще не писал. А кто читал мои книги, я вам хочу сказать. Вот предыдущая «Ключ комнаты страха», там было написано по заголовке: «Заставь стресс работать на тебя». Вот именно. Я научу вас использовать энергию страха, энергию стресса, как стресс-трамплин для своих достижений, для самопознания и для развития смекалки в неопределенности. Неопределенность, когда наступает, любая неожиданность, вплоть до того, что стакан упал, разбился, или зуб заболел, или нога там, или еще что-то такое, или кто-то не пришел к ожидаемой встрече, ну, растерялись, ну, напряжение, неопределенность. Вот в этой точке неопределенности, а сегодня каждый день неопределенность, сегодня каждый день стресс. Чтобы в любой точке неопределенности, в любом моменте и в любом месте вы могли быстро почувствовать, что и как надо делать, и быстрее адаптироваться к ситуации, и принять верные решения. До встречи, друзья. Я вас жду.